Друзья, всем привет! Сегодня у меня устройство от Samsung, но в данном случае это не имеет никакого значения, потому что мы будем удалять аккаунт Google из телефона. Инструкция, можно сказать, универсальная, поэтому подходит для любых смартфонов. Тем не менее, для Xiaomi будет отдельное видео. Не забываем о том, что аккаунт будет удален только из телефона, при этом сам по себе он будет существовать и никуда не денется. То есть в любой момент вы можете привязать к нему свой смартфон вновь. Что при этом будет удалено с устройства? Как правило, это данные, которые были синхронизированы. То есть, в первую очередь, это контакты. Но при последующей привязке телефона к этому аккаунту, контакты будут возвращены автоматически после синхронизации. Заходим в настройки. И находим раздел с учетными записями. Он может называться учетные записи, либо аккаунты. В данном примере этот раздел называется «Учетные записи и архивация». Нажимаем. Далее выбираем «Учетные записи». И выбираем наш аккаунт Google. Прямо по центру здесь есть кнопка «Удалить учетную запись». Нажимаем. И видим сообщение, что при удалении учетной записи с устройства будут удалены все связанные с ней сообщения, контакты и другие данные. Нажимаем «Удалить учетную запись». Нажимаем «Ок». И теперь нам необходимо ввести либо пин-код от рабочего стола, либо, если имеется, сканер отпечатка пальцев. Я могу воспользоваться и тем, и другим, но давайте я введу пин-код. Аккаунт был удален из устройства. При необходимости вы можете вернуть его вновь, например, нажав «Добавить учетную запись» и выбрав Google, либо через Play Market. Если вам помогло это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии.